Инвалид третьей группы Василий Федоров из Абакана интересуется, можно ли встать на учет в центр занятости через интернет или по телефону. Приходить в центр и стоять в очереди мужчине неудобно. Специалисты центра занятости пояснили, что для того, чтобы встать на учет, необходимо личное присутствие. Но сейчас специально для маломобильных людей запущен проект оказания адресной помощи. Сотрудники службы занятости приедут лично к дому инвалида на специально оборудованном автомобиле. Мужчине нужно будет только спуститься к подъезду. Услуга бесплатная. Подать заявку можно по телефону горячей линии 22 63 71.